Всем привет! А с вами Арманиус. И добро пожаловать в восьмую серию Райских островов. Мы все-таки смог найти акул, хотя, наверное, акула нашла его. <с> и, конечно же, она на него напала. В этом ожесточенном бою ему помогла русалка. Она его спасла в последний момент. Когда он дрался с акулой, он потерял сознание. И эта русалка вытащила его на сушу. Она спасла его жизнь. И, безусловно, он ей безумно благодарен за это. Нам очень повезло, что она была рядом в этот момент. Так что сейчас Мэтт будет ее благодарить. Да. Так. Нам нужно, я не знаю, поболтать с ней. Кстати, да, мы наконец-таки выполнили это задание. Мы подрались с акулой. И в знак подтверждения мы покажем зуб акулы, который, наверное, застрял у него где-то в руке. Поздравляем, вы нашли останки самого опасного морского существа. Но будьте осторожны, а вдруг хозяйка зуба вернется и потребует обратно потерянное. И мы наконец-таки сможем вернуться в лабораторию и получить тайный остров. Я очень надеюсь, что его сразу же дадут нам. Очень интересно посмотреть на него. Смотрите, у них уже очень хорошие отношения. И также Мэтт очень заинтересуется в том, что она русалка. Также он расскажет, что его дочка тоже русалка. И попросит каких-нибудь советов, возможно. Да. Спросит о жизни, как они вообще живут, чем питаются и что вообще им нужно. Мне кажется, что они очень хорошо подружатся. Все-таки, блин, не каждый день тебе спасает жизнь. И это очень здорово. Так, ладно. Он меня поблагодарит, возможно, как-нибудь пригласить домой, поужинать, я там, не знаю, еще что-нибудь. Давайте поговорим об акулах. <laughs> Акула все-таки это очень сильное и хищное животное, и не каждый человек сможет с ними справиться. И если бы не Лорелия, да, я зовут Лорелия, то мы сейчас бы Погиб. Давайте мы вернемся в лабораторию, чтобы получить уже наш остров. Поскорее. Будем дальше искать способы открыть новые острова. Так как нам нужно открыть все острова, только тогда я закончу этот летсплей. Так что нам еще очень много предстоит работы. Давайте посмотрим, как там наша жена с дочерью, чем они там вообще занимаются. Так, у нас сломалась эта штука, что ли? Нет, а почему здесь вода? Так, вытереть лужу. Лола, ты чего? Ну-ка, утирай. Наша дочка... О, смотрите, там... Там Кракен. Офигеть, смотрите. Вау. Это тот Кракен, который сломал нашу лодку и унес нашего отца. Ну, почему-то нет никакого звука, но я думаю, что будем часто видеть этого Кракена. Офигеть. Мне кажется, он даже может сломать наш хаусбот. Просто его потащить ко дну. Но он очень огромный. Офигеть. Вау, это очень круто. Но почему-то нет никакого звука. И давайте, наверное, попросим нашу дочку делать домашнее задание. Все-таки, блин. И, кстати, вот ее комната. Теперь она будет жить здесь пока что. И так, как там наш Мэт? Мы до сих пор едет до научного института. Что-то он долго. Давайте мы тогда отправимся сейчас на наш курорт. Посмотрим, как там вообще обстоят дела и что там происходит. Так, ну, в принципе, здесь спокойно. Я думаю, что нужно Лолу сюда отправить, потому что она уже давно здесь не была. Так, Лола, отправляйся на курорт. Посетите Лола Грант. Да. Так, а Мэтт уже пришел, да? Так дайте нам наш остров, пожалуйста. Мы потратили столько времени, мы рисковали своей жизнью, и они просто обязаны дать нам остров. На карте есть, эта карта нет. Ух ты, спасибо, вы меня убедили. На самом деле найти остров убежище просто. В ратуше есть карты, на ней указан путь к нему. Поищите в разделе ветких карт. Хорошо. Значит, это еще не все, нам нужно еще искать карту какую-то. Так, ладно, давайте сразу отправимся искать карту. Лол у нас отправляется на свой курорт. А Андреа делает домашку. Да, потому что ей уже завтра в школу. Да, у нее оценка 3. Это печально, очень печально. Да. Так, также она будет заниматься эликсирами и зельями, так как она у нас гений. Ну и также будет рисовать, да, будет пополнять наш кошелек. У нас сейчас очень мало денег, нам безумно нужны деньги. И нам поможет курорт. Мы будем его развивать. Нам нужен пятизвездочный курорт. И Лола, это теперь твоя задача. И чем скорее мы получим 5 звезд, тем лучше будет для нас. Так что да. Уже, кстати, темнеет. Я думаю, что Лола останется ночевать на своем курорте. Кстати, почему-то вот мы не можем Лорелью позвать как русалку. Мы можем только пригласить куда-нибудь. Возможно, потому что у нее есть дом, есть телефон. И поэтому можем позвонить ей. Да. Так, Мэтт, давай. Так, Лола. Давайте посмотрим, что там да как. Потому что я хочу... Я, кстати, хочу испробовать вот эту вот штуку, которая здесь стоит. Эм, покататься на волновой установке. Давайте попробуем. Так, посмотрим, как это вообще делается. И также... Я бы хотел посмотреть, как там у нас по курорту вообще. Да? Давайте посмотрим фин... Нет, не финансы. Я хочу... Просмотреть отзывы. Да. У нас... Две с половиной звезды, это неплохо. В закусочной было немного прикольной еды. Вода в бассейне была кристально чистой. Думаю, мне приходило в голову заказывать еду в номер каждый вечер. К концу отдыха мои брюки стали мне чуть-чуть тесноваты. Нам очень понравились все развлечения у бассейна на этом курорте. Полагаю, то, что этот курорт расположен рядом с пляжем, его главное преимущество. Было так здорово обедать в номере, отличное обслуживание. Короче, у нас только положительные отзывы. Блин, это очень круто. И Возможно, звезды будут только расти. Так, тут кто-то плавает. Воу. Джинджер <свистит> Делач. Прикольно. Так, вот он, легендарный остров убежища. Теперь приплыть туда будет просто. Вау, тут даже дом есть, офигеть. Офигеть, ребят, это целый наш остров. Точнее, вот этот клочок, где мы сможем строить. Но я не думаю, что будем здесь что-то строить. Это, в принципе, Убежище, да, здесь можно укрыться от чего-нибудь, например, от зомби апокалипсиса. <сюда>, Сюда, думаю, зомби не достанут, хотя, хотя все возможно. Отличное место, здесь практически все есть, кроме еды. Еду придется добывать самим, выращивать какие-нибудь фрукты, ягоды, как мы, в принципе, и делали, когда жили на острове. Так. А, вот он легендарный остров. Все, у нас есть остров. И также, ребят, давайте, наверное, сразу откроем еще один остров, который можно открыть лишь подъехав к нему. И... Так, это какой-то маленький остров. Он должен быть где-то рядом. Наверное, это он. Хотя я сомневаюсь. Так, подождите, я не помню, как он выглядит, но... Возможно, тот и был. Может это? Нет, слишком далеко находится. Скорее всего этот остров, поэтому сейчас мы к нему подплывем на лодке. И надеюсь, что он станет нашим. Да. Я пока что не знаю, сколько всего островов, надо будет посчитать. Ну, короче говоря, у нас уже есть один остров, сейчас будет второй. Да, <круто> очень круто. Остальные открываются очень сложно. Нам нужно будет хорошенько работать спасателем. Также нужно будет делать пятизвездочный курорт. Также находить бутылки с посланием. Да, это все очень сложно. Так что, Мэтт, давай. Главное, не умри, пожалуйста. <с> а, кстати, вот, да, это волновая установка. И, вау, она очень крутая, смотрите. Здесь даже, наверное, можно что-то делать. Можно посмотреть. Да, можно обхватить доску пальцами обеих ног. Офигеть, серьезно. Стоп, мы открыли еще один остров. Мэтт искал остров, которого нет на карте. Он теперь ваш, и вы можете обустраивать его по своему усмотрению. Какие сокровища секреты скрывает он от Искателей Приключений? Хм, интересно. В принципе, это обычный остров, который, наверное, сразу же все открывают. Да, он обычный. Здесь есть ракушка. Нет, стоп, Я соберет Мэтт. Мэтт, вступай на остров свой. Он, кстати, очень маленький, но он очень крутой. Вот серьезно. Мэтт, ты где? Все, Мэтт уже вступил на этот остров. И также нам нужно найти еще две части карты. Это будет довольно-таки сложно, но я надеюсь, что у нас получится. У нас, кстати, уже шестой уровень погружения. Я хочу десятый уровень. Я знаю, что на десятом уровне открывается новый костюм аквалангиста. Я хочу на него посмотреть. Итак, Мэтт Вудсон кое-что находит. Это у нас раковина. Так, Мэтт, наверное, ты отправляешься домой, потому что тебя ждет уже дочка. И завтра мы отправляемся на работу. Так, Лола куда-то поплыла, я не знаю куда. Лола, кстись. Я хочу еще посмотреть, какие функции здесь есть. Но почему-то обитатели данного курорта не пользуются этой штукой. Очень жаль охватить доску пальцами обеих ног. И там, там проплыл кто-то, офигеть. Смотр... Вы видели? Смотрите, это, это морской котик. Чего? В Sims есть морский... А, это, это... Да, это морской котик. Офигеть! Я не знал, что здесь есть морской кот. Но это, наверное, благодаря этой установке, но я только сейчас его заметил. Офигеть! Вау, это очень круто. Очень. Да. Вау, смотрите! Именно вот так она делает. И, блин, та доска очень крутая. Можно еще чем посмотреть? Можно встать на руки, серьезно? Так, давайте посмотрим, как это делается. Да, они проплывают здесь, очень прикольно. Вау, да она просто акробатка. <с> Блин, очень круто. Они даже издают звуки, вы слышали? Офигеть. Выполнить смену направления движения. Так, а это что? Да, прикольно. Но, видимо, здесь какой-то навык есть. Либо нужен высокий навык спорта. Хотя, я не знаю. Нам нужно что-нибудь съесть. И Лола отправляйся. Так, у нас тут есть. Хотя в принципе давайте мы просто тогда выберем действие освежиться и отправим. Лола уже спать? Да, наверное, все будут спать уже, потому что уже поздно. Мы встретимся, наверное, завтра. Наши персонажи уже проснулись. И Лола у нас сейчас катится с горки. Вау, это очень крутая горка и прям в бассейн. Я, наверное, хочу накопить на бару бассейна. Он, наверное, тоже поднимет наш рейтинг. И давайте поиграем в водопаде. Кстати, у нас уже, кажется, три звезды. Целых три звезды, ребят. И осталось совсем немного. И, кстати, у нас так много людей. Офигеть. Так, давайте мы посмотрим на отзывы. Да, у нас уже три звезды. И уже, смотрите, отзывы на три звезды с половиной. От прогулки по горящим углям у меня обожжены ноги. Но если мне придется все повторить, оставлю все как есть. Ладно, значит, мы ничего менять не будем. Собака 489, отличный ник. Качество еды в буфете было, как я ожидала, в среднем. Мне так понравился завтрак в буфете. Хм, может быть, нам поднять... Может быть, нам поднять качество, как вы думаете? Так, задать качество еды. Давайте поставим высокое, ладно. Так уж и быть. Потому что, блин. Потому что я хочу побыстрее поднять рейтинг нашего курорта. Так, она играет в водопаде. Очень прикольно. Да. Давайте мы это сфотографируем. Да, очень круто. Так, Андреа у нас сегодня отправилась на экскурсию в научный институт. Это вообще очень здорово, значит, она сегодня не учится. И мы зря делали домашку. Блин, ну ладно. Хотя, наверное, не зря, у нас будет больше свободного времени. Так, а Мэт у нас... Мэт должен работать, а не лежать. Серьезно? Там же люди тонут, чувак. Нет, пока что людей нет. Так что, ну блин. Мэт, давай лучше работай. Осматривать пляж. В принципе, пока никто не тонет, давайте мы приготовим что-нибудь. Вот тут русалка. Это у нас Рэй Мацури. Ясно. Так, я хочу подать обед. Хот-доги давайте подадим. Потому что пока что все равно никто не тонет. А русалка вряд ли будет тонуть. Ведь русалки не тонут. Правильно? Здесь две русалки, вы серьезно? У вас что там, русалочь апокалипсис? Почему так много русалок? Розмари Коллинс. Блин, ну очень-очень много русалок. Я не знаю почему. Мы до этого вообще их не видели, а теперь их прям вообще очень много. Андрея, не трогай это. А... Так, она, видимо, что там трогает. Что же она трогает, интересно. Так, хватит играть в водопаде. Давай-ка ты, я не знаю, пообщаешься с кем-нибудь, например, с дугом каким-то. Спросите о проживании на курорте, давайте спросим. Потому что нам очень важно знать мнение наших постояльцев. Да и также, наверное, посмотрим, что же здесь продают. Было бы очень здорово узнать. Итак, что же нам скажет? Да, когда у нас будут деньги, я построю вот это вот место. Так, она у нас в восторге от экскурсии, отлично. Второй уровень в навыке кулинария. Думаю, мне приходило в голову заказывать еду в номер каждый вечер. К концу отдыха мои брюки стали мне... Это мы уже читали, видимо, это он оставлял этот отзыв. Так. Ну, давайте еще пообщаемся. Говорить о бунтарстве. Давайте поговорим о жаре. Так, что еще можно? Можно... Не беспокойся. Кстати, мусор. Почему так много мусора? Так, ребят, так дела не пойдут. Лола, пожалуйста, убирай мусор. Потому что сейчас кто-нибудь увидит и все. Рейтинг будет падать. А мне бы этого не хотелось. А, мы можем сразу все убрать. Ну хорошо, отлично. Надеюсь, что Мэтт не прозевает там никого. Да, кто-то уже плавает. Так, идти сюда. Нет, давай ты будешь осматривать пляж. Хотя, кажется, он уже выходит. Блин, он опять, он опять пережарил хот-доги. Серьезно? Мэтт, ты серьезно? Так, почему никто не тонет? Вы мне объясните, вот почему? Потому что слишком много русалок, а тот пошел делать домашку, он в ласта ходит. Прикольно. Так, Андрей, возвращайся, пожалуйста, домой. А Мэтт у нас кушает свои поджаристые хот-доги. Видимо ему нравится, когда они пережарены. Так, чувак, наверное, будет тонуть. Шон видаль воспользоваться. Но я думаю, ты не успеешь, так как этот чувак сейчас будет тонуть. Хотя, ладно, сходи. Да, он не собирается тонуть. В принципе, что и следовало ожидать. Лола у нас отдыхает. Ладно, пускай отдыхает. Давайте посмотрим, какие у нас тут желания есть. Так, 4 звезды, полить растения, узнать, что Андреа попадает в список почета, улучшить башню. Блин, были бы у нас деньги. Денег-то нет. Денег вообще очень мало. Нам нужно, наверное, отправляться уже погружаться, чтобы, чтобы находить редкие сокровища и богатеть. Да, он тонет. Он тонет. Все, бежим спасать его. Мы давай быстрей. А то сейчас он тонет и все. Да. А нам нужно спасти где-то 30 или 20 человек. Я уж точно не помню, чтобы нам дали тайный остров. Два у нас уже есть. Пошел град. Просто замечательно. Так, спасай. Где-то на шестом уровне Мэтт будет плавать намного быстрее. И давайте мы, наверное, сразу же посмотрим на закуски. Потому что я хотел посмотреть на них. И так. Эм... Задать качество еды и напитков. Давайте поставим высокое. Хотя это очень дорого нам обойдется. Но да ладно. Так, выбрать униформу, купить еду и напиток. Давайте купим еду и напиток. Все, бежим ананасовый сок, жареные бананы, кокосовое молоко. Офигеть, давайте закажем кокосовое молоко. Мне кажется, что это очень вкусно, хотя я вот никогда не пробовал это. Она сядет? Вау. Интересно, можно кушать что-нибудь и пить одновременно, но вряд ли. Она пьет через трубочку. Как вампиры пьют свой кровавый напиток. Так, а хорошо, что есть такие спасатели, как вы, которые спасают таких людей, как я. Все-таки наш курорт оживился, столько людей, и, блин, это очень круто. Прям очень-очень. Надеюсь, что денег будет побольше теперь. Но вот эта штука никто не пользуется. Кстати, в Sims 2, я помню, Град мог убивать персонажей. Здесь, к сожалению, нет, к сожалению. У нас также висит желание, вот это вот. И я думаю, что мы его выполним как-нибудь. Но для начала давайте попросим, наверное, Лолу плавать с маской. Вот в бассейне, почему бы и нет? Плавать с маской. Надеюсь, что она сможет это сделать. И наш бассейн не такой маленький. По идее, должна суметь. Кстати, я забыл поставить лестницу. Но, в принципе, люди пуска будут прыгать просто так. Ведь лестница не обязательно. Либо скатываться с горки. Смотрите, град оставляет круги на бассейне. Блин, это очень круто. Мне уже не терпится дождаться выхода времен года на The 74. Думаю, что там будет очень здорово. Так, плавать с маской. Лола, пожалуйста, плавай с маской. Чувак, ты, видимо, нам мешаешь. Ты можешь уйти? Так, наш Мэт уже вернулся домой, он что, спать лег. Да, она может плавать с маской. Замечательно. Ну, я думаю, что, ребят, мне уже пора заканчивать. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также вступать в мою группу ВКонтакте включайте колокольчик. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока.